есть что? Да. Да.
ночью они почти не ужаливаются, поэтому даже много чего, много их не надо. В плане того, что собрал там, грубо говоря, пакет. Что за глаза и за уши. А это что-то другое как-то. Смотри, такие же, только они масляные. Надо смотреть. Это гидрофор. Это гидрофор, это съедобный гриб, но он вкусный, если съедобный. Давай. Вот они, гидрофор. Это последние грибы, это конец октября. Середина конец октября. Одни самых последних грибов. Самый последний это зимняя кожа. Он уже покиснет. Здесь кормят. Что я хочу за парфон? Это что? Что? Много? Нет, есть 3 кости. Нет, есть. Есть. Да? Тысячу. Да? Хорошо. Я их пробовал как-то, мне что-то не особо там. Не распробовал. А вот рядовки, они реально вкусные. Чё? Поехали? Всё, поехали. Ну, ладно. Пускай расслабляйся. Чайник советский. Так что вот эти машинисты тоже гидрофоры? Это вот как раз да. Гидрофоры. Ну такой же, как я тебе розовый показал. Да. Еще что-то там росло. Мы так далеко-то не уедем. Что-то вот рядом. Прямо около ноги и вот дальше. Вот это что? Да. Это сыроежка подзасол. Вот тоже какой-то грибок. Что-то оно.